самое такое масштабное крупное мероприятие, которое проходит в Илутровске, это наша Илутровская масленица. Уже все знают вообще по всей России, что у нас самый большой блин теперь. Это 2,95 в диаметре он. И, конечно, это Илутровская масленица, самое такое большое масштабное мероприятие. Летом это День города и поющее лето в Остроге. Ну, а если брать зимний период, то это Берендеево царство, на которое приезжают уже, конечно же, организованные группы детей. География туристов очень обширная, большая. У нас есть самостоятельные туристы, которые приезжают из Москвы сейчас. Видимо, все-таки чартеры повлияли. Москвичи, Санкт-Петербург, Калининград. То есть это практически каждую неделю гости в Илутровском остроге. Есть гости иностранные, но это ближний зарубежье, Казахстан. Есть из Белоруссии приезжают гости. Ну и наш Уральский федеральный округ. Осенью мы не слушаем басен, не бьем баклуши, не слушаем басен. Осенью мы капусту квасим. 8 октября капуста барыня в Илутровском остроге, событийное мероприятие в Кузьминке. Приглашаем гостей 8 октября с 2 часов.